Ловил рыбку в его. Мелкий. Я пришел. Я с рыбалки пришел. Привет. Привет, друг мой. Здравствуй, мой сладкий. И я тебя тоже очень люблю. Вот, да. Смотри, что принес. Ой, ты, батюшка, ты сначала ко мне, да? Ну, хорошо. А посмотри, что я принес. Смотри. Мысюшка, вот, смотри. Видишь? Там рыбки плавают маленькие. Принес тебе карасиков. Карасики. Карасики в баночке. Тише, мысь, осторожно. Давай я тебе сейчас все сделаю, все будет. Давай, подождешь 3 секундочки. Я тебе их пущу в тазик, и ты будешь, можешь с ними играться. Сейчас я ему тут в непривычном немножко месте. Ты готовил сюрприз. Месси, иди ко мне, малыш. Ух ты, блинский. Все твои. Да. Ай ты, ё-моё, вода мокрая и холодная еще вдобавок. Ты чё, полез. Все, я выключил. Ты чего? Не уходи. Не, я не ругаюсь, ты чё? Тебе же специально аквариум привез. Ай! И в конечном итоге весь кот в воде. Так, можно начать увидеть, как тут булькает того же ротом. Воды 5 сантиметров. Ух ты, батюшки мои, и напился заодно. Ну что там, ловится, нет? Поймал. И куда ты понес? Подожди. Я с тобой буду сразу вытирать. А ты куда понес-то ее? Пойматую рыбку. Мне хватит, да? Молодец. Забирай рыбу. Я буду протирать полы. Вот, на рыбалке был я, еще и кот заодно. Кого поймал? Карпика или карасика? Карасик. Понес карасика. Далеко не ходи. Стоп. Все, оставайся тут. Вот тут, на месте. Вот тут ее и кушай, пожалуйста. Не надо нести ее на ковер. Пока мамы-то дома нет. Она придет, у нас уже все в порядке. Да. А мы уже все убрали, и никто ничего не увидит. Интересно, еще пойдет на второй заход или нет? Чего? Ё-моё, какая водища. Ну?
А, вот ты чего добивался. Чтобы на тряпочке лежал, на ней кушать удобнее, да? Ну, я догадался. Кушай. Кушай, мой хороший, если будешь. Может, хватит уже? Может, ты уже наигрался? Мокрые лапки мои. Ать, ушла. Это называется сорвалась, Масян. Не-не-не, друг, а я хитрее поступил. Я закрыл дверь. Лапу вытираем. Наигрался, все? Ай-яй. Стоп, давай я лучше вытирать буду это все. Не делаю то, что ты делаешь.